Сегодня в Латвию с официальным визитом прибывает премьер-министр Швеции Стефан Левен. Главная тема – безопасность в Балтийском море, особенно с учетом последних событий у берегов Швеции. Я напомню, у Стокгольмского архипелага предположительно находится подводная лодка ВМФ России. По одной версии она терпит бедствие, по другой ведет разведывательную деятельность. Стефан Левен – новый премьер-министр Швеции. Он вступил в должность в октябре. Это его первый зарубежный визит по традиции первой страной, которую Посещает новый глава правительства Швеции. Это Финляндия. Там он побывал накануне. Затем он отправился в Эстонию, Литву и Латвию. В Риге он встретится со студентами Стокгольмской высшей школы и посетит официальный ужин, организованный в его честь премьер-министром Латвии Лаймдотой Страуюмой.